Ну а сегодня я хочу посоветовать вам канал Snape Channel. На этом канале вы найдете различные интервью, разговорные видео, а также видео по FIFA. Парень только начинает, так что вы можете дать ему какие-нибудь советы, ссылочка на экране и в описании. Зарисовочка на тему разговорные видео говно, я хочу, чтобы было смешно. Иди скетч делай, щенок, блин. Да иду я. Сейчас как дом, блин. Да сейчас. О, а теперь давай шутку, чтобы смешно было. Ахаха, я смешу вас. Разговорные видео говно. Ага. Мне не смешно, видите ли. Я хочу смешнявочку. Шути, подлец. Писька! Привет, ребятня! Сегодня хотелось бы поговорить об общественном транспорте. Я ненавижу любой вид общественного транспорта. Автобусы, маршрутки, метро. Я никогда не был в метро. Вы заметили, что в каждом автобусе есть бабка, которая громче всех разговаривает по телефону. И плевать, что ее слышит весь автобус. Алло! Не слышу! Чего? Да колбасы ж купи! Алло! К сожалению, или к счастью, мне еще не удавалось уступать место бабушкам. Да как тебя люди смотрят? Да я просто... Какое неуважение! Да заткни! Просто все места свободные были. Но я-то знаю, что это происходит именно так. Простите, садитесь, я освободил. Ой, да ты чего, сядь, я постою. Хорошо. Алло. Представляешь, мне сейчас какая-то тварь малолетняя даже место не вступила. Нет, ну ты представляешь? А я не знаю, наверное, молодежь сейчас такая. Я редко езжу в такси, но постоянно, когда мне выдается такая возможность, каждый таксист неожиданно начинает рассказывать свои интересные истории. Фу, здрасте, мне до Выборгской, пожалуйста. Да, без проблем. Нет, я, конечно, все понимаю, вот снег выпал, да, но дороги же нужно почистить. Почему сложно взять и почистить дороги, ну А можно вопрос? Да, конечно. А я должен на это что-нибудь ответить? Да, конечно, нет, блять, куда прешь, дебил. Я всегда думал, как люди знакомятся в общественном транспорте. Просто если я попробую... О, привет, познакомимся. Ой, уйди от меня, гнида, ты просто на бомжа похож. Ну, немножко совсем, ну ладно. Итак, ребят, на сегодня, я думаю, все. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте много больших пальцев вверх, потому что мне очень приятно. Давайте наберем 1000 лайков, как вы это можете, потому что вы можете, я знаю. Ребята, понимаю, вы хотите больше скетчей, вы хотите больше смешнявочек, но вы должны понимать, что выбрать тему к таким видео очень сложно, тем более видео нужно как-то растянуть и сделать подлиннее. Вы можете помочь мне просто написать тему к видео ниже в комментариях, я посмотрю, можно ли сделать к ней какие-нибудь классные скетчи и так далее. И если на моем канале выходят какие-то разговорные видео, это не значит, что я скатился. Разговорные видео тоже должны быть на канале, потому что если постоянно выпускать скетчи, то видео будет выходить очень редко. Жду ваших тем в комментариях, потому что все будет зависеть именно от вас. Блин. Но меня зовут Сашка, всех люблю, всех остерегаю от чего только можно. Новое видео уже очень скоро, и всем пока.